Здорово, народ, канал Свой Фокс. Сегодня идем в Старосырово, деревня Старосырово, река Моя, Московской области. Погода просто, я не знаю, как это описать. Я надеюсь, вы это видите, то что везде пасмурно, идет мелкий дождь, сыпет. Взял сегодня 3 поплавочки, будем пробовать ловить. Насадка, опарыш, червяк. Хлеб белый, хлеб черный и болтушка. Вот, давно не писался, 2 недели работал, сутки через сутки, времени не было вообще катастрофически. Ну вот, вырвалось в выходные, завтра поеду у нас в Калугу, к нам. Ну и надеюсь отснять ряд видео по Калужской области. Все, погнали, посмотрим, что здесь будет.
Все, народ, закончилась рыбалка. В итоге оконцовки время 8:30. Просидел 3 часа буквально. Поймал свои 3 плотишки. Карасик не попадается, не клюет. На 6 человек, на рыбаков, поймали 1 карася. И все. 2 человека, 2 или 3, пришли вообще без поклевок, отловились, ушли. Ну и вот, я собрался, поймал 3 плотишки небольших. Сейчас поеду домой. Пойду домой собираться. Сегодня выдвигаюсь в Калужскую область. Ну, надеюсь, вы увидите в выпусках, что из этого получилось. И надеюсь, из этого что-нибудь получилось. Все, спасибо за просмотр. До следующего выпуска. Всем удачи. Пока. Вот такая вот вечка. Вся потрепана, покушана.